Дима сделал на прошлом стриме, вернее, одежду к нему. Вот, симулил реальное поведение ткани на модели. И мы сейчас из этого костюмчика сделаем статую. Статуя вида вот такого вот типа получится. Вот, то есть мы используем для того, чтобы быстро сделать модель, мы используем Marvelous Designer для одежды. Вот, далее мы это пропускаем через ZBrush, потом через программы определенные для текстурирования. Вот, в течение 2 часов, надеюсь, мы уложимся, сделаем вот такую вот модель. Вот, соответственно, можно приступать. Сейчас, секунду, что-то мне тут задумался. Ой, даже здесь, еще раз там пришел. Это вот это, Дим? А, вот это, да? А, ну да, вот оно. Так, вот, в общем, мы получаем толщину. Вот, в принципе, ну, может чуть потолще сделать, наверное. Двадцатку. Так, значит, делаем экспорт всего этого. Экспорт обж. Так, далее у нас называем там как-нибудь. Так. Дима, включи Multiply Objects, верно? Вот здесь должна стоять. Да, мы сейчас и будем выводить их. Кто я? Ты знаешь, я посмотрел, но я взял там какие-то определенные то, что мне хочется. Так, в общем, загружаю то, что я экспортнул из Marvelous в ZBrush. Так, значит, что еще нужно? Значит, нам нужно адаптировать сейчас геометрию, каждый кусок. И лучше это сделать сразу, наверное, в общем, саптуле. Не разбивать сейчас это все на части, а сделать это разом. Иду в Geometry. Далее у нас идет Modify Topology. И вот здесь вот Weld Points. Я поставлю там 9 и сделаю Weld. После этого, то есть если я этого бы не сделал сейчас и начал бы разбивать это все на дополнительные полигоны, то у нас происходили бы вот такие вот раздробления в модели, потому что Marvelous генерит вот эти швы. Та полигруппы, Дим, почему он так делает? Да, соответственно, чтобы этого не допустить, мы сначала делаем операцию Weld Points в ZBrush. Вот, после чего уже можем смусить модель как угодно. Соответственно, и пересчитывать. Значит, после этого, как я это сделал, я просто делаю сплит всего объекта, разделяю это все на детали. Вот здесь вот функция split и group split. После того, как я сейчас это нажму, наш монах разлетится на, там, не знаю, на 10 частей. Посмотрим сейчас, сколько будет. Так, посмотрим. Вот он разбил нам каждый. У нас сейчас получается вот такой большой список здесь саптулов. То
То есть ZBrush автоматом разбил на группы, и сейчас наша задача склеить какие-то определенные сегменты в единое целое. Вот этот момент я, наверное, оставлю отдельным, потому что его будем скульптить отдельно, вот этот вот момент. Так, значит, вот эта юбка, да, часть юбки, и вот эта часть юбки. Значит, смотрю, где они находятся. Он находится прямо в самом низу. Поехали. Если есть какие-то вопросы, лучше задавать, ребят. Так. Merge down. Все, теперь у нас объект слился. Вот он. В смысле, вот это? А, вместе, 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 да. Так, значит, эту часть ткани мы тоже вот так сделаем. Merge down. Down. Так, часть этого, как это назвать, накидочки, тоже ее соединяем в одно целое. Вот так вот. Так, капюшон, наверное, вместе с этим слить. Пуговицы я вообще думаю убрать. Зачем они нужны? В целом, на камне они не особо читаются. Так. Так, капюшон надо слить. Раз, два. Ага, тут еще он так разделен. Так, merge down. У нас получилось сколько частей? Еще глаза у него остались. Это глаза? Что это? А, да, удалить точно. Зачем они нужны? Блин, ZBrush умер. Так, восстановили файл, который у нас упал. Так, рукава. Кстати, рукава отдельно тоже, потому что чтобы потом можно было их легче управлять, лучше рукава отдельно сделать. Так, merge down. Так, и получается у нас, а еще пояс там есть, да? Пояс вот этот тот. Так, он почему-то не считывается. А, это воротник этот. Воротник. Окей. Штучка. В общем, все, я думаю. Итого у нас получилось, значит, человек сам внутри, капюшон, накидка, тело, вот эта вот вставка и две руки. Значит, начнем с адаптации геометрии. Значит, первым делом нужно это все привести в нормальную геометрию. Сейчас она какая-то, ну, видно, что какие-то там полигоны, да, если посмотреть сетку, то видно, что... Ну, в общем, беспорядочная топология, то, что приехало из Marvels. В общем, это нужно все преобразовать
в нормальную геометрию для ZBrush, потому что он будет выдавать ошибки, если мы будем с такой геометрией работать. В принципе, с ней можно работать, но она все равно, то есть не очень хорошая. Вот поэтому идем в Geometry и делаем сначала Z3Mesher, а потом делаем DynaMesh. Значит, посмотрим сначала, как будет получаться. Так, Z3Mesher на руки. Поехали. Операция может занимать какое-то время, потому что пересчитывается геометрия. Пожалуй, сейчас закрою программы некоторые. Так, вот геометрия пересчиталась, да, у нас? Так, посмотрим, как было, как стало. В принципе, небольшие потери в качестве. В принципе-то. Так, поехали дальше. Вот этот вот воротник Z3Mesher. Так. Z3Mesher нам убирает все заломы, вот эти вот всякие неровности. Он все это преобразует в более плавный меш, с которым можно будет уже потом работать и это как-то сглаживать. Все вот я сгладил, и уже гораздо приятнее все выглядит. То есть вот как было до. Сейчас поставлю. Вот, и с этим не очень приятно работать, потому что эти вот заломы не будут оставаться, и с ними ничего не сделать. То есть, ну, они все время будут оставаться, там вот, ну, как-то можно это, конечно, все заглаживать, но правильно будет сделать к этому всему пересчет геометрии и потом уже с этой пересчитанной геометрией работать дальше. То есть, по факту, мы в Marvels Designer, мы сделали такой скетч одежды, такой блокаут первоначальный, который мы потом используем для дополнительной настройки фактуры. Так, вот он нам сделал, в принципе неплохо. Так, дальше у нас поехал капюшон. Та же самая ситуация. Здесь выставляю побольше количество полигонов, чтобы он не убивал качество вот этих всех складок. Так, он здесь что-то убил. Думаешь? Да, интересно. Ну, пускай остается, он даже интересно выглядит. Для статуи как раз то, что надо. Сейчас попробуем, если DynaMesh мы сюда вставим, что произойдет. Как он заклеит, справится с этой ситуацией. Как будто реально не заклеил там, да, геометрию, видишь? Попробуем. Так. Geometry. Ну-ка. Все равно не склеит. Или там, может быть, он образовал толщину. Ну-ка. Да и намешиваем сейчас. Там есть какие-то ошибочки, но это так, в целом.
Да, все гарантированно. Ну, оставляет вот эти вот артефакты, да, вот эти вот, блин. Ну, так, смотри, видишь, с этой топологией же намного лучше работать, приятнее, ты видишь, да? Чем? А вот это вообще, ну, то есть... Так, ладненько, справились. Так, у нас остался еще вот этот вот юбка. В принципе, она даже ничего. Ее можно... В принципе, Dynamesh сразу сделать. Посмотрим лучше, ладно, посмотрим сейчас. Так, где у нас за тримешер? Еще раз, тоже количество полигонов поставлю. 42 тысячи, посмотрим, что он сделает с ним. Ребят, ни у кого нет никаких вопросов. Просто все сидят так тихо. Да не, ну пускай просто хотя бы какие-то общие вопросы. Какие-то. Так, ребят, значит, давайте активней. Не будем это самое. Так, а он, смотри, что-то мне сделал какую-то. Я даже не прочитал. Как-то странно, интересно. Сейчас мы все это в одну полигруппу зафигачим. Можем сделать тогда. Так. Маск. Маск, маск, маск. Так. Или не надо это делать лучше, наверное. Ну-ка, а если мы еще раз попробуем? Что-то странное. Вот он меня почему-то проигнорил. Z3Mesher. Да, не забываем смотреть на отдаление всегда. То есть сделали, да, профиль, посмотрели на отдаление. Ага, хорошо читается. Вот, например, на отдалении видно, что здесь вот какая-то идет не совсем хорошая плоскость. Ну, вот так вот мы сделаем пока первоначально. Здесь еще надо утолщить. Потихонечку. Главное, в ZBrush важно использовать вот эту вот концепцию нажатия на пера. Чтобы если мы нажимаем жирно, то есть вот происходит что. Да, то есть мы аккуратно работаем. То есть это уже такая, как можно сравнить с рисованием. Потихонечку нажимаем на карандаш. Вот таким образом. Так, что дальше? Что дальше? Значит, дальше, например, что еще хочется подработать здесь? Хочется подработать ему вот эти вот плечи. Да, это сейчас это просто какой-то вот такой, как колокол свисает, но мне почему-то хочется по ощущениям немножко сделать вот такой вот. Рисунок, чтобы у него был более как. Так, какой микрофон? Так, микрофон. Так. Дим, ты, кстати, часто инфлет используешь кисть? Так, вот, в принципе,
Ну, в принципе, силуэт смотрим, да, издалека. То есть вот силуэт так читается лучше, чем вот так вот вы будете на него смотреть. То есть вот так силуэт лучше читается. Лучше оценивать картинку вот издалека вообще в целом. Когда работаем с первоначальным объемом. То есть сначала мы делаем первоначальный объем, а потом уже делаем фактуру. Соответственно, первоначальный объем, первоначальный силуэт, он считывается лучше, когда на отдалении смотреть. То есть вот так глаз замыливается, отдаляемся, смотрим. Угу, окей, поехали дальше. Так, что еще хочется? Например, вот этот вот элемент, его можно даже как-то загнуть. Типа того. Так. Надо, чтобы немножко его оттащили. Хотя, ладно, посмотрим. Может даже его по полу пустить. Интересно, что получится. Интересно будет. Давай-ка мы, знаешь, что еще сделаем? Мы еще. Я, кстати, маскирую и потом по маске. Это самое. Активирую момент. То есть маскирую область, чтобы, если сейчас, например, я буду делать, сейчас нажму передвижение, да, move, то он мне весь объект этот будет двигать. Вот так вот. Соответственно, я должен замаскировать территорию какую-то там. Например, там вот кусочек какой-то, да. И далее инвертировать это все, либо не инвертировать. И работать только с этим кусочком. Вот ZBrush так работает. Это концепция ZBrush. Вот это вот маскирование областей, которые скульптятся. Так, вот здесь я вижу момент еще. Видишь, смещение, Дим, какое-то. Видишь, какое-то идет. Сейчас мы его сразу. Я его сейчас. Ну, в принципе, видишь, он, типа, мы его немножко вытащили. Сейчас еще надо вот этот конец загнуть, потому что мне не очень нравится вот эта вот сама штука. Чтобы он более какой был. Еще. Далее. Опять. Скип. Опять. Еще. Ну, в принципе, как-то мы его там положили, но не очень, конечно, сейчас. Ну, сейчас. Потом мы это все еще на этапе. Здесь можно, кстати, сделать в этом самом Geometry, знаешь, да, эту фишку. В деформейшене просто инфлет общий сделай. Да, прикольно. Ну там есть разные, там есть всякие бенды, там, не знаю, ротейты, что там, всякие твисты какие-то. Ну, твисты для веревок, кстати, хорошо используют для канатов. В курсе по кораблю, там по Майе, там как раз таки вот я использую, показываю там этот момент, как там закручивают веревки из четырех веревок, вот этим элементом закручивают в канат, потом этот канат используют, так моделят. Ну, есть разные, конечно, подходы к моделированию веревок в ZBrush. Так, ладно, не будем возиться долго, у нас время ограниченное. Так, дальше, значит, что нам нужно? Нам нужен постамент, правильно? Нужен постамент, постамента нет. На чем-то же должен стоять. Так, значит, просто append. И так, это не очень пойдет. Где у нас просто box? И тут у нас, это у нас plane. А box придется таким. Так. Оп. Кстати, элемент управления, вот этот вот ZBrush, он сейчас, то есть не то чтобы сейчас, но он в принципе походит на элемент управления в любом 3D редакторе, как 3D Max Maya.
Да, он там был этот самый не очень удобный, не знаю, там просто вот, ну, в общем, был плохой этот элемент, там как бы он был как-то непонятной логикой работал. Я работал 2 года в ZBrush и все равно путался в этом инструменте постоянно. Еще какой-то еще поменьше надо. Думаю, где-то вот в районе дубликейт. Делал дубликейт этой же панельки. Можем побольше сделать постамент в целом. Так, дальше все это я смержу, то есть соединю в объект в один. Так, merge down. Все. Теперь у нас вот здесь есть постаментик. Далее, в принципе, его можно либо удлинить. Сейчас посмотрим, насколько это нормально или нет. В принципе, можно чуть-чуть удлинить. Так, но дальше нужно будет преобразовать весь этот постамент в то, что можно будет скульптить, потому что сейчас мы начнем это все скульптить. Да, то есть это все вот такое будет. То есть это все непригодно. То есть это нужно привести в порядок, это нужно сейчас все слить, переработать. Для этого мы используем, опять же таки, либо DynaMesh, сейчас попробуем, как он нам этот самый просчитает всю геометрию, слепит. Так. Сейчас вот он геометрию всю слепил в единое целое. Все. Теперь это у нас не раздельные объекты, а объекты, это уже один объект. Соответственно, все. С этого этапа можно уже начинать скульптить. За исключением, конечно, еще вот этого вот плаща. Я, вероятно, можно сделать, удлинить его, сделать более готический вид. Сейчас отодвину эту платформу чуть-чуть. Вот так. И здесь
Можно сделать даже такой вот несимметричный момент, что у него как будто бы свисает, да, то есть, в принципе, по силуэту неплохо, то есть, посмотрим, да, силуэт такой вот он. В принципе, можно и засимметрить, конечно, ну, ладно, оставим так. Конечно, при скульпте подобных вещей я, конечно, советую использовать какие-то референсы, смотреть какие-то там постаменты, какие-то католические, какие-то там кладбищенские памятники, еще что-то там, потому что они саму композицию. Я, в принципе, на это насмотрелся, но если вы будете делать что-то подобное, то тут, конечно, нужно использовать референс. Ну, Гарри Поттер, кстати, хорошая статуя. Сейчас я специально ее еще раз покажу, чтобы... Так, Goblet of Fire. Goblet of Fire. Статуя. Так. Fire Cemetery. 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 Так. Сразу ссылок наделаю. Что он не хочет мне? Ну, в общем-то... Что у меня какие-то проблемы с этим самым? А, все понятно. Вот эта статуя, вот у нее очень фактурная, в общем, такая очень художественная композиция, советую всем посмотреть. Ну, вот всякие такие. Но здесь, конечно, она хуже, Дим, да, вот эта вот реконструкция, что-то они сделали какой-то самый... Не очень, потому что в фильме она вот, ну, она там, я помню, что она гораздо лучше. Но она там была и не настоящая. То есть она была там сделана CG, потом как-то это в environment вписали они ее. Вот, но. Да, это уже как бы реконструкция. Видно, что она такая уже низкого качества, конечно, это по сравнению с тем. В общем, пересмотрите фильм этот Кубок огня. Там вот в кульминации сцена, там вот эта вот статуя. Так, поехали дальше. Так, здесь мы уже преобразовали все. Значит, дальше все. Можно, в принципе, уже приступать непосредственно к лепке. Посмотри, кстати, Дим, как я сделал. Видишь, я сделал на одну сторону у него. Не делал симметрию, сделал на одну сторону. В принципе, тоже. Вот, ну, видишь, он хорошо считывает. Так. Все, дальше нам нужно сделать, уже придавать фактуру камню. То есть у нас все из камня. Камень, он рубленый, он весь поломанный. Он... То есть это лед по факту. То есть у него первым делом мы просто берем и всю геометрию всю приводим в состояние отколов. То есть камень старый, старое сооружение, оно уже там под временем уже все состарилось. Соответственно, нужно это все разламывать. И первым этапом я использую Trim Dynamic кисть, которая просто углы убирает. То есть делать это можно вот такими вот мазками, потому что как раз таки вот фактура камня, она вот плюс-минус вот такая. Вообще, конечно, шейдер вот этот вот, он такой не очень этот, глиняный, но в принципе он показывает все ошибки. Вот, новичкам, конечно, их советую использовать его. Вот, ну я, пожалуй, какой-нибудь переключу сейчас. Сделаю себе какой-нибудь вот такой вот. Более похожий на камень.
У нас, в принципе, за 2 часа можно сейчас все это сделать. Я, наверное, не успею все показать, все сделать, зафиналить. Но, в общем, сейчас быстренько придется это сделать все. Не буду прям деталям придавать большого значения. Просто покажу, как в целом стоит работа. Понятное дело, что такую статую, ее по таймингу, наверное, нужно делать около недели. Ну, учитывая, что там будем делать потом лоу-поле. Если вы будете делать лоу-поле, будете делать текстуру, то тайминг на создание вот такого ассета для окружения, ну, приблизительно закладываете вот неделя минимум. Да, то есть это сначала скульптура, потом ретопология, прочее, прочее, прочее. В общем, все это занимает времени, и делать нужно все детально, аккуратно. Всегда смотрю на отдаление. Вот, то есть я вышел, да, смотрю, что вот сейчас, например, вроде бы как бы этот постамент норм, да, но все равно не видно, что он какой-то сколотый. Вот я вижу, что нужно добавлять. Здесь бы вообще можно поставить какую-нибудь такую блямбу, потом ее еще доработать. Ну, теперь она как-то получше этот. Дальше я еще обработаю, конечно, отдельно. Сейчас я еще возьму кисть, которая именно непосредственно камень формирует. Сейчас пока просто грубая обработка идет. Ну, тут можно подумать, потому что у каждого предмета своя история, да, подумать, а от чего получился этот скол? Что в него прилетело такое, что могло там отколоть? Или он от времени откололся, да? А если в него что-то прилетело, тогда, может, оно там больше разрушило там, да, откуда прилетело. В общем, история у предмета, она подскажет, наверное, что с ним делать дальше. Да, то есть историю вы задаете. То есть вы можете что угодно там отколоть. Вот этот кусок, да, предположим, откололся, ну и сюда его положить куда-нибудь. Так, значит, вот я сделал приблизительно фактуру, да, такую первоначальную, просто сточил трим динамиком все стороны. Так вот, пропустил одну. Пропустил. Так, и здесь еще внизу, да? Ну, в принципе, здесь окей. Вот такой вот постамент. Уже что-то имеем, уже что-то есть. Далее. Вот эти вот кисти я использую. Здесь вот есть кисти, которые есть в свободном доступе, есть, которые я покупал, в принципе. Вот, какими-то кистями могу поделиться. Вот. Поэтому в курсе по скульптуре, в принципе, все это есть. Все это есть, все это будете использовать. Значит, идет дальше. Кисть Orb Flatten Edge. Это вот человек выложил эти кисти, который работал в Близзарде. Вот, и там какая-то у него серия кистей всяких разных прикольных, которые формируют фактуру разную. Это он выложил, и я дальше делаю камень ей. То А есть вот я она. использую, кстати, этот Edge Polish. Это даже лучше, походу, да, чем Edge Polish. Я смотрю, он прямо очень классно грани формирует. Ну да, это ж вот как раз-таки, ну вот посмотри на нее, как она Ну, выглядит. я вижу, да, понял. Она как Это можно раз-таки вот для следить. этого всего О, и. круто. Здесь просто даже вот так вот взял, то есть провел, она уже там что-то отформировала, какие-то моменты. Она очень, ей нужно, конечно, аккуратно работать, иногда она может что-нибудь сожрать лишнего, но в целом она вот, ну, именно нарезает как алмаз, как граненый становится такой, фактура граненности Ну, такая. если прям хочется аккуратно, что там есть S polish, то есть soft polish. И вот, наверное, тогда soft polish, потому что что-то есть совсем в деликатных местах. Да. Ну тут, конечно, надо смотреть. Опять же таки говорю, время ограничено. Да, то есть сейчас я не буду прямо вдаваться в детали. Хотя, конечно, хотелось бы, сейчас по-быстренькому это все сделаю. Тут, конечно, запорол. Вот видишь, да, она может запороть даже какие-то моменты. Например, вот эту вот грань сейчас, вот ее сложно выскоблить. Ну, выскоблим. Да, вот, ну. Здесь, конечно, лучше трендонемиком забомбить дальше. Вот, ну, проложить. Важно, в общем, важно вообще, в принципе, использовать кисти в ZBrush, потому что вот, ну, секрет скульптуры, он кроется вот в хороших кистях и правильном их использовании. Вот, посмотрите, видишь? Ну, в принципе, неплохо.
рукой, не ту кисть. Так. Ну, тут в нашем случае, наверное, можно будет исправить какие-то огрехи уже на текстуре, не? Ну, да, но... Дорисовать, да? Как бы... Здесь разные, конечно, подходы. Есть на текстурах, да, то есть формируют уже непосредственно на смарт-материалах, там делают в собственном дизайнере, вот. Но, конечно, лучше развивать себе скульптора, ну, чисто, это чисто мое мнение, да, то есть как в любом случае развивать себе скульптора, чем возлагать, ну, ответственность потом на какое-то там текстурирование, да, на какой-то дальнейший пайплайн. Лучше сразу закладывать уже максимум потенциала в изначальную модель. Да. Ну, в принципе, все, можем поехать дальше уже. Дальше, в общем, переходим к монаху. Значит, монаха такая же участь ждет абсолютно. Значит, также берем ему Trim Dynamic и начинаем из него. Теперь мы думаем, где же у него камень, где у него не камень. Здесь надо побольше ему давать. Так, сейчас запишу файлик. В смысле, это все камень? Конечно. Все камень. Просто, да, как работал скульптор камнетес бензубилом, да? Ну, на самом деле, если нужно референсы смотреть, я быстренько сделаю навскидочку. Вот, я не буду сейчас прям как из Blizzard, там, надо смотреть, там очень эти Blizzard-овские, вот эти вот Hero of the Storm, помнишь, да, Дима, эти? Они прям, у них очень крутая фактура, там, люди там прям вообще... Фантастика, да, выглядит очень просто, на деле, когда начинаешь это делать, понимаешь, что, блин, это, оказывается, так непросто добиться такого же, такой стилизации клевой. Читабельность, да, хорошая? Да, читабельность. Можно даже показать, можно сейчас даже это самое, ну, чтобы... Так. Hero of the Storm. Хотя у меня даже они где-то есть... Ну да, мы собирали папку рефов. Сейчас я покажу их. Так, дипломные работы, да? Угу. Так, скульптура. Где оно? Ну вот оно, условно. Тут есть, конечно, и не только из-за... Ну вот. Да, то есть хорошо считывается эта самая фактура. Но это уже видно, что это уже затекстурено, это уже substance или откуда, в общем, пока непонятно. Здесь вот рендер какой-то. Вот, ну, какая стилизация ко мне прикольная. Да, то есть вот эти вот все аккуратно. В общем, долго сидел человек, ну, долго человек с этим всем сидел. Вот, прикольно считывается, да, то есть каждый этот самый отбито, каждая вот эта вот складочка. Трещины. Мне больше всего ворон нравится, конечно, я вот за него собираюсь все-таки подступиться к нему. Ну да, здесь у него есть отделенные элементы, на самом деле. Вот у него, видишь, он это все отделено. То есть вот это вот, да. Оно все отделялось, все это сверху наслаивалось. То есть это не единая скульптура. Все это отдельными объектами как-то моделилось. То есть очень много саптулов здесь. Каждое перо отдельный саптул, как-то вот он выносили все это. Вот потом все это склеили в каких-то местах. В общем, что-то разбили. Ну, здесь какой-то тоже свой пайплайн. Вот, я не думаю, что это прям супер сложно. Вот, сложно, наверное, просто первоначальную геометрию сформировать для этого. Да, то есть массы почувствовать, на отдаление опять смотреть все это. Да, то есть, ну вот, вот так, чтобы это читалось. Даже еще меньше, там, уже некуда. Вот так. Да, чтобы все это вот издалека видно, что у него массы разделенные, все хорошо считывается, каждое перо. Так, ладно. Поехали дальше, а то мы... Так. Кажется, здесь очень много полигонов уже. Так.
Ты знаешь, я же хочу даже сегодня еще сделать быструю развертку. То есть, понимаешь, да, Дим, я хочу сделать быструю развертку, еще в Substance накидать все это по-быстренькому, там пару материалов. И уже это все еще, ну, в Marmoset это уже визуализируется светом. То есть надо как-то по-быстренькому, наверное, сделать, сейчас прокатить весь пайплайн. Ну, я представляю, насколько сложно скульптить и говорить одновременно. Да, не знаю, как это у тебя получится. Ну, как-то получится, попробуем сейчас. Потратим время, там, того стоит. На отдаление всегда смотрю, ага, фактура. Ну, вроде... Ой. Можно вопрос? Да. Земле нельзя вообще текстурировать, то есть тебе наносить текстуры сразу. В ZBrush? Можно, конечно. Можно, да? Тут есть специальная вкладочка, да? Ну, то есть, Да, смотри, здесь есть, да, вот эти вот RGB, вот здесь вот, когда врубаешь, начинаешь рисовать. Я просто сейчас не буду это показывать, да, но есть такой пайплайн, когда люди вот ZBrush делают Albedo, то есть они рисуют прям по ZBrush. То есть чисто мой опыт говорит о том, что лучше текстурировать в Substance уже, непосредственно там этим заниматься. Потому что некоторые 3D-художники, они создают Albedo создают именно в ZBrush, и потом это экспортят. Экспортят, запекают прям в ZBrush. Я такой метод не пропагандирую. У нас, в принципе, можно сделать дополнительные уроки, как это все текстурировать в ZBrush. В принципе, там у нас в персонажке какой-то есть минимальное, да, текстурирование, Дим. Вот. ну, это все на самом деле нет, действительно бесполезно. Но что ты вот дальше с этим сделаешь? То, что можно сделать в два клика в Substance, ты час убьешь на то, чтобы вот это сделать. Это же обычный Vertex Paint, да, Vertex Vertex раскрасить. Paint. Ну там нет, там есть, знаешь, определенные фишки. Предположим, вот сейчас покажу тебе маскинг, да. Есть, например, вот в чем прикол именно вот этого текстурирования ZBrush, потому что, ну, во-первых, ты можешь максимум сделать это Albedo. В любом случае это будет ложное. То, что ты сейчас будешь смотреть, это работает шейдера, да. То есть, чтобы смотреть, как действительно будет, нужно включать flat материал, вот такой вот, и по нему делать текстуру рисовать, потому что по факту сейчас будет отрабатывать, это отрабатывает же шейдер, да, и как бы это все ложное. В игре будет все по-другому выглядеть, потому что ZBrush это очень крутой шейдер, обсчитывает всю эту геометрию, свет, и рисовать здесь текстуру, это только если ты эту текстуру нарисуешь и дальше никуда не потащишь, просто сделаешь скриншот из ZBrush и скажешь, вот я сделал, но у тебя будет ограниченный пайплайн. В общем, Дима, ты можешь, в принципе, рассказать, да, как бы, правда, это вот, Ну помнишь, мы да, обсуждали-то. обычно так делают именно скульпторы, которые просто хотят скульпт свой сам продемонстрировать, и дальше его никуда не пускают, ни в игру, ни в какой продакшн. Они делают вот этот, ну, разрисовывают в зебре его, или там в кейшоте, делают один слой, другой слой, третью краску, пятую, десятую, потом все это в фотошопе как-то сочленяют, дорисовывают. В общем, это больше работа Photoshop, на самом деле. Туда. Ну, то есть, да, если ты хочешь показать ограниченный пайплайн, не хочешь это все потом превратить в полигоны, сделать это из этого игровую модель, то, в принципе, ты можешь делать текстуры в Substance. И так, ой, все, господи, в ZBrush. И показывать только то, что ты как нарисовал. В принципе, это тоже работает. Так, вот сейчас хочу продемонстрировать момент Mask by Cavity. Вот видишь, что Дим делает? Маскинг. Знал про... Да, мы можем даже PSD файлом его вытаскивать во вкладке рендера. Можно это дело все отдельно отрендерить, например, AO, отдельно карту теней отрендерить. Но это опять-таки это все для Photoshop, чтобы вам с этим в Photoshop было удобнее работать. Это самое. Я к тому, что вот, например, видишь, я сформировал по Cavity маску, да, по Cavity. Ну, там ее можно по-разному там вот, ну, делать сейчас, не буду. И по вот этому всему, да, по всему этому, сейчас отключу, там, скажем, поставлю какой-нибудь белый цвет. И так, подожди. Чего мне рисует-то? МРГБ. Он что-то не хочет рисовать мне. Или он рисует, он, подожди. Рисует, у тебя же белый, это Подожди, а если белый по красная? белому.
А, ну вот. Видишь, он рисует только по вот этим вот выделенным кавити. Так много делают. Ну, то есть прорисовывает вот за счет. То есть есть ZBrush, вот эта вот штука, да, которая по кавити генерит вот эту маску. И по ней там она помогает отрисовывать какой-то рельеф там на орках, там вот эти вот кожи, вот это все. И за счет этого как бы ZBrush типа, ну, немного рулит. Вот на самом деле все эти инструменты, они есть и в Substance. Как всегда с 3D софтом, везде можно делать все, но надо делать там, где быстрее и удобнее тебе. Так, у меня что-то стал виснуть ZBrush, так вообще жесть. Так, сейчас я все это откачу. Так, в общем, быстренько-быстренько фактуру камня. Еще знаешь, что можно вот использовать? Кстати, ребят, можно использовать такую штуку, как дополнительное домоделирование, например, тех же складок. Сейчас я вам покажу как. Оп. Что-то мне притормаживать стало все. Сейчас я закрою программы какие-то здесь у меня. Тут же Marvelous. Так. Кстати, посмотри, Дим, сейчас покажу тебе какие фишки. Ребят, тоже смотрите. Замаскировал. Оп. Дальше есть вот такие вот паки со всякими складками. Проложим вот. Просто вот так вот. Хлобысь. Хлоп. И все. У нас есть дополнительные складки. Кстати, многие, да, обходятся только этими инструментами, им в Marvelous им, в общем-то, не нужно. Ну, опять-таки, Marvelous нужен просто, чтобы там это делать гораздо быстрее. Вот мы сделали за час этого чувака в Marvelous. Ну, и... ни один зебрашист, как бы, да, он все равно, он не ткань в Marvelous, она просто задает этот скетч, как бы, да, то есть первоначальный этот самый. Потому что, ну, сложно просчитать, как там ткань ляжет, ты вот это будешь мучиться делать все. Marvelous, он быстренько сделает тебе первоначальную модель, а дальше ты уже будешь ее дорабатывать, там какие-то складки сам уже будешь делать. Так. Окей, окей, окей. Так, значит, немного, опять же таки, наши любимые кисти. Пошли, поехали. Вот это, кстати, фактура потом хорошо прочитает Cavity в Subst и выдаст там определенный этот самый такой, в общем, колост. Расколы такие даст. Центральную складку хочется срубить. Вот эту? Не, которая прям посередине. Вот это? Между булок. А, это? Да не, нормально, оставь. Оставим. Он как должен все равно делить этот самый. Ну, какая-то там должна быть фактура. Блин, конечно, это хочется все долго, конечно, этим заниматься, обрабатывать все это, сидеть часами, но нет времени. Быстренько сейчас. Ну раз скульптишь, смотришь, ах, уже утро. Типа того, да. Совершенно так. Ой.
Иногда вот такое дают кисть, это странные какие-то вот, ну, надо аккуратненько с ней обращаться тоже. Что она дает иногда какие-то непредсказуемые. По идее, алгоритм работы такой, что в какой полигон ты ткнул, да, она берет эту плоскость с этого полигона и Как-то дальше про. ее придерживает Как-то на да, ней. как-то проецируется там как-то. Поэтому лучше такими тычками работать, такими вот. Ну, как бы. То есть не возюкать вот так постоянно там, да, постоянно перенажим, ну, кликать постоянно. Может даже стоять какой-то вот залом вот там, да, то есть, ну, какой-нибудь здесь так, хоп, да, типа, ну, камень, типа, ну, да. Возвращаясь к теме пайплайна, да, полного и по импорту движок, вообще стоит ли там текстурить тут и там. И недавно еще вот узнал такой термин в западной индустрии есть такой термин «зебрашковбой». Это типа до конца сидит. Нет, тут как раз ребята, да, которые делают какие-то супер-мега-крутые скульпты, зебрашковбои, но рынку они, по сути, нахрен не нужны. Почему? Потому что они не делают последующий пайплайн. Да, то есть дальше ничего, как бы вот такие зебрашковбои, которые мега-крутые в зебраше, но, по сути, кому это? Ну, то есть, ну да, прикольно, мы распечатали вашу модель и поставили ее у себя на столе. Да, чтобы просто ZBrush, это тоже, продолжая слова Дмитрия, что ZBrush, этот проходящий этап создания персонажей, создания каких-либо ассетов, и все это нужно оживлять. То есть это нужно все текстурировать, это нужно все оптимизировать. И для этого там существует еще половина, там, такой же путь по пайплайну до дальнейшей реализации модели, которые, ну, некоторые люди просто есть скульпторы, которые не умеют это делать. То есть, по факту, ценность 3D-художника заключается в том, чтобы это все довести до финального результата. Вот не только сделать скульптуру, но и потом это все в игру засунуть суметь. Потому что сейчас это в игру сунуть невозможно. Невозможно, но только игра умрет сразу. Точнее, движок. Еще же нужно все это текстурировать, чтобы он там был с этими. Там он трава какая-то поросла, там вот это все, она же со временем вот стоит, там старый постамент, там трава, все это там поросль какая-то вокруг, там фактура камня, все это затекстурено, залоуполено, заоптимайзено, и все это работает так, как надо, и работает это в игре, чтобы это был ценный, и тогда это контент ценный, тогда это контент можно продавать на сторах, там еще где-то. Потому что это можно встроить в игру, там не только в игру, в такую сцену, там виртуальной реальности и так далее. Скульптуру никуда не вставишь. Скульптура это кусок недоделанной работы. Ну, с точки зрения игр, с точки зрения пайплайна игр, да и с точки зрения, в принципе, киноиндустрии, потому что там тоже, ну, скульптуру тоже не будут брать, потому что нужна оптимайженная модель, потому что сцены там тоже все-таки ограничены по полигонам. Хотя не так сильно, как в играх. Было очень смешно, когда анонсировали пятый Unreal Engine, да, и сказали, что вы сможете вставлять туда ваши скульпты прямо из ZBrush, и пусть там 5 миллионов полигонов, движок это нормально переварит, все там, умная система, лодов там, все такое. Вот, и наше сообщество зебрашистов в Телеграме, ух, как круто, ждем Unreal 5. Ну, а как бы чего? А, ребята, как вы развертку-то сделаете на 5-миллионной модели? Ну, как? Просто как вы ее затекстурите? Чего вы с ней будете, да, там делать-то? А, именно Реально. развертка самая важна. Но они же как-то показали, они же анонсировали. Я не знаю эти технологии, что они там использовали, да. То есть они анонсировали же вот это вот, ну, и продемонстрировали вот этот environment, который сделан. Ну, я не знаю, сколько они его текстурировали. Текстурировали ли не вообще, или это фото-рил. Там же, получается, у них идет скан. Это был какой-то сканированный. То есть они топят за сканирование. То есть это не Ну за да. скульптуру. То есть если есть ресурсы, которые отсканированы, да, там не нужно ничего разворачивать. То есть по факту там какая-то
Странная текстура тоже, да, там какая-то А, ну разбитая. да, кстати, квиксель миксера, он работает на уровне Vertex Paint, то есть он к вертексам это дело все пришивает, по сути. То есть мы замиксованные текстуры фотосканом красим вертексы, прям непосредственно в Unreal текстурируем. Там такой метод. Просто интересно. Да. Я слышал про это. Это же типа новомодный этот, как его, новомодный метод, о котором уже слышал еще изначально, когда только занимался, начал заниматься 3D, слышал про это, что там что-то когда-то хотят уже это вот реализовать такую технологию, которая типа развертки типа уберет. Ну, развертки еще будут жить лет 20, я думаю. Ну да. Ну, через полгода мы это точно узнаем, поэтому, я думаю, эти разговоры на полгода можно смело откладывать пока. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Здесь надо осторожно очень с этими рукавами. Супер осторожно. Я думаю, скульптор с зубилом и молотком в руках, который делал, он так же к этому подходил. Черт, сейчас не дай бог, сейчас это лупану сильно, все отвалится. Вот эти складки, кстати, хорошо здесь прошли. Не будем убирать. Блин, как он. Парвин еще пришла, привет. Это самое. Ну, когда закончим, не разбегайся. Короче, не разбегайтесь. Потом мы начальную часть пропустили, никого не было. Засунем ее в конец. Народ прибывает там. Да. Все, уже у тебя уже комната заканчивается. Только осталось. Че, 2 человека максимум. Дискорд тянет до 10 человек на эфир. Ну, есть что, я потом. Ты сделай при, да, перетрансляцию, чтобы на тебя переехали. Просто скажи по именам, кому перейти, и все. Ну, пока нет, я думаю, мы не наберем. Ну, в принципе, я не буду сейчас заморачиваться этими рукавами. Ладно, дальше пойдем. Конечно, тут можно тут работать и работать еще. Например, здесь вот у меня какой-то этот. Видишь, да, с этой проекции плохая был, выгиб плохой. Да, о чем я постоянно всем говорю, особенно новичкам. Очень мало крутитесь вокруг. Упрутся в эту самую, во фронт вью. И сидят во фронт вью. Крутитесь постоянно вокруг элементов. Выделили там верт, какой-то покрутились вокруг него, посмотрели со всех сторон. Нет ли чего там, каких-то этих, потому что иной раз. Ошибку не видно, не видно, не видно, если вот взглянуть с какого-то определенного только ракурса, ее заметно. Так. Вообще, не знаю, наверное, блин, 50% времени от всего моделинга, да, от всего процесса, это просто вот вращение, осмотр со всех сторон. Ну да, тут переделки потом уже возникают. То есть как бы тут надо постоянно все переделывать. То есть как посидел, посмотрел, подумал, да, то есть и переделал. 100-500 раз все переделал.
Что-то он плохо мне отрабатывает этот. Так. Ну-ка, если Dynamesh'ом еще раз его шибануть. Ладно. Не буду сейчас уже останавливаться на этом всем. Не, вообще вот это. Так, но это еще не все. Дальше еще будет гораздо веселее. Сейчас у меня сейчас просто это первичная просто обработочка. Потом еще там будем накладывать сколы, они тоже. Блин, на отдалении все равно фактура, ну, считывается, но слабовато. Конечно, надо. Ну, там видишь, ну, получше уже это самое. Плоскости начинают считываться, когда вот на самом на отдалении. Видишь, отрубленное плечо получше, конечно. Ладно, не будем копаться. Поехали дальше. Что у него остался капюшон? Остался капюшон. Лицо не буду трогать, уже не до лица. Так, окей.
Так. Дим, а где у нас Clear History находится в этом, в зебре-то? Покажи еще раз. Edit, вкладка верхняя. И Del U. А, вот точно, да-да-да, оно. А то у меня вообще уже висит все вообще, зебра вся просто висит. Сейчас. Так. Здесь тоже убиваем, тут, в принципе, нечего тут... Да, уже больше 2000 накапливается и так, начинается. Ну, здесь еще можно, конечно, немножко подтопить. Ну, блин, ладно. Ну, там не видно почти этого элемента, спереди может есть только. Ладно, так, тут вот что-то повылазило у него. Сейчас это все мувом. Это человек вылез, который там внутри сидит. Вот этот. А, нет, это другая штука вылезла там, да. Так. В общем-то, все. Думаю, не надо там еще ковырять дополнительно. Еще можно, конечно, здесь вот эту вот закорючку сделать. Сейчас. Вот такую вот хвостатую. Ну да. Блин, этот элемент тоже бы, конечно, загнуть. Блин, ладно, не буду его трогать. Ну так. Вопрос, подожди. Я не уверен. Хотя ладно, оставим. С хвостом интересно тоже. Вот ему, знаешь, еще надо башку ему надо немножечко. Я бы, конечно, вздернул. Ну, конечно, по физике так нет, но я бы ему вздернул. То есть, он такой, видишь, он силуэт такой вот, ну, поострей. Посмотреть сейчас. Вот видишь сам силуэт, чтобы у него был этот вот... Я понял, да. Ну, можно представить, что у него там какой-нибудь там самый хвост, там, в этот пучок собран. Почему нет? Почему нет, да, ну... Такие же, как бы, ну, он не знаю, но он типа визуально вот как-то вот он поострее, что ли, он лучше мне нравится. Видишь, он да, поострее. Согласен. Что-то растяну еще. Вот этот элемент можно вытащить. То есть, видишь, еще тоже вот так его вогнуть туда, чтобы он как это, как острие было. Видишь? Вот так вот. Позлее получается. Ну, да? Такой типа, да, он как бы... Он, то есть этот элемент, он как бы поддерживается, вот этот элемент, да, вот это вот все загнутые элементы, да, вот этот загнутый элемент, он и здесь будет поддерживаться вот этой вот загнутости. То есть это будет создавать общую, ну, в общем, так, закон композиции. В общем, поддержка элементов, поддерживать элемент нужно везде. То есть если где-то там провели какую-то закорючку, то она не должна быть одна, она должна как-то на протяжении всех, на все композиции должна поддерживать себя, то есть другие элементы должны поддерживать этот элемент. То есть, если у нас идет какое-нибудь закругление, то это закругление должно поддерживаться там какой-нибудь закругленный элемент еще где-то. Вот, потому что у нас будет одна линия, потом квадрат, потом круг, потом треугольник, это будет каша. Соответственно, мы... Ну, это такие художественные штуки, законы композиции. Поэтому полезно как раз таки на таких стримах бывать. Не уверен. Или уверен. Ну вот эти вот складки, они просят какого-то еще редактуры, да, но... Вот здесь вот, видишь, у него не круглая, оно у него какая-то сбитая да, линия. Да, да, да. Я вот как раз насчет нее. И наоборот ее вогнуть или выгнуть. Лучше вогнуть.
Ну, норм, ладно, все. Так, еще раз. Сейчас нет, еще, подожди, сейчас еще будем фактуру. Сейчас самое интересное начинается. Да, хорошо, сейчас я отойду быстренько на минуту. Сейчас. Давай. Трещинки и штуки эти всякие. Да. Так. Для трещин я использую тоже определенные кисти. Здесь и пак кистей, который у нас тоже есть на курсах. И мы сейчас начинаем строить уже непосредственно фактуру камня. Сейчас мы сделали первоначальный камень. Вот теперь нужно сделать трещины. Я поеду с постамента. Поскольку постамент стоит на полу, как правило, нижняя часть, вот эта часть, она вся обваленная от тяжести. Вот здесь вот больше всего сколов происходит. То есть здесь сколов происходит меньше в середине. Обваливается, как правило, элемент по сторонам. Соответственно, внизу вся сила приходится вот на эту часть, и она, как правило, сильнее всего изнашивается. Соответственно. Ну и углы, соответственно, да, там, если детишки там лазят по этой статуе, там, если она в городе стоит, все углы пообломали, сорванцы. Так, здесь, конечно, надо немножко по-другому. Да, углы. Ну, скажем, потом я еще доработаю. Значит, какая-то не очень сделал штуку. Не очень прикольная. Эти альфы, важно понимать, их можно рисовать самому все, если есть опять-таки скилл в фотошопе. Ну да, ну лучше, не знаю, это отдельный уже надо быть экспириенс, отдельный там кто-то все, лучше это все взять со мной, готовое. Так, главное вот с этим не переборщить. Да, то есть мы делаем, как это в композицию, то есть мы делаем несколько масс, а потом ее разводим по разным этим. То есть не везде не городим вот эти сколы, потому что это все не очень красиво будет. Мы сопровождаем дальше. То есть характер камня, он такой, то есть у него происходит в каком-то месте скол, и дальше он делится. То есть он дальше раскалывает уже элемент, но вот эти вот трещины, они должны быть, и они не должны быть, сейчас покажу пример, как не должно быть. То есть не должно быть вот так вот везде, вот так вот. То есть, ну, это можно, конечно, сделать, но это уже будет излишне. Вот, лучше делать это аккуратно. Вот здесь вот, да, то есть он в этом месте вот начинает откалываться фактура. Ее, то есть лучше как-то там подколоть. Но опять же таки, не переборщить. Главное не переборщить. Все начинающие художники, они норовят прям вот забомбить прям все это самое. Ну там вот сейчас, если полишем еще пройтись, да, вот выделить вот эти отколотые части. Ну, я сейчас посмотрим, как у нас по времени будет вообще. Сейчас. Вот, кстати, характер сколов камня, он характера такого, то есть оно скалывается, а потом вот так вот оно затирается в общую. Ну, то есть оно не идет вот так, ну, так тоже можно делать, но вообще вот таких сколов не бывает, типа круглых. То есть они все остроконечные и все норовят сойтись в какую-то одну точку. То есть если мы проводим линию, да, ведем, потом она... Ну, как-то затерялась там внутрь другой. Ну, не везде, она может приближаться, да, то есть может отходить. Здесь нужно использовать референс опять. Я сижу без референсов, вот, потому что по-быстренькому на скидочку делаю, что не очень правильно.
погуглю какие-нибудь старые древние постаменты. Игла на все линии не должны быть глубокие. То есть куча сопровождающих линий, оно очень тонкие. То есть они там есть. Есть главенствующие, да, расколы какие-то, которые прям. Да, есть прям вот, которые они сопровождающие. Как правило, трещина, она не может остановиться вот где-то здесь. Лучше показать, довести ее куда-то. То есть она, как правило, мы не можем вот так вот взять, прервать, это уже будет ветка дерева. То есть лучше довести. Все это довести. И характер сколов, как правило, геометрические, в общем, линии прямые, то есть это не вот такие круги, да, это у него треугольники какие-нибудь, да, то есть сколы по треугольникам можем делать. Сложно навскидку найти древние постаменты. Все древние статуи стоят на новодельных постаментах, как правило. Тебе надо искать на этом, на Pinterest. Там ты не найдешь. Все. Ты там в Гугле такого не это самое. Вот здесь что-то я за какую-то кашу сделал, сейчас выпрямлю. Вот эти вот фактурные камни, их лучше здесь делать прям откол камня. Сейчас я сделаю прям откол, вот он еле держится там. Так, здесь не очень хороший момент. Включу backface masking. В общем, backface masking что делать? То есть, если я сейчас проведу линию, вот он здесь вот ее это все дорисует, пробьет модель как бы насквозь. С этой функцией он не будет делать это гораздо осторожнее, если это такими простыми словами выражаясь. Блин, плохо фактура читается, лучше здесь покрупнее сделать вот так. Так, еще есть разные линии, можем, в принципе, доводить. Разные. Поехали сколу там. Поехала. Вот там. Вот так. Посмотрим. Не очень. Удивительная штука, если на себя смотришь, да, и некоторые статуи афинские просто в том же состоянии, что и там статуи наши времен там, ну, революции, да, вот которым 100 лет максимум. Сохранившийся, да? Ну да, примерно камень примерно в одинаковом состоянии по вот этим всем сколам. Так, заднюю сторону тоже, наверное, стоит подработать. Так, я уже ускоряюсь, прям ускоряюсь уже. Так. Спасибо большое, Кристин. Кстати, ты можешь говорить голосом, если что. Нет, не возбраняется, да. Но я искал именно постамент.
вот как он разрушается с веками. Ну, прикольный, да, реф Кристина нашла, когда из трещин статуи начинает расти растительность. Это, конечно, тоже не мешало бы, конечно, показать здесь у нас это, но, к сожалению, я думаю, мы не успеем просто. Хотя хотелось бы, конечно, потому что, ну, это модно делать. Эти листочки, угу, которые там, все это делают, все это скульптят. Угу. Ладно, мы... Блин, ну, это, конечно, не то, что хотелось бы, ну, ладно, в принципе... Возиться долго, я думаю, не стоит с этим. Повозятся те, кто захотят положить это к себе в портфель. Да. Тут еще есть такая кисть, которая просто наслаивает вот такие штуки. Тоже в открытом доступе в интернете лежат. Да, у нас тоже есть, на самом деле. Тоже помогают жить. Тоже они под фактуру камня как раз-таки, ну, заточены частично. Такие вот... И вот, да, еще тоже смотрю, Кристин, на ту картинку, которую ты мне прислала, и печальная мысль меня посетила. Лепишь старую статую, придется откалывать у нее нос. У них нет целых носов, просто не бывает, похоже. Ну, потому что элемент маленький, как бы, так как и пальцы, скорее всего, которые... Быстрый. Снизу еще потом на текстуре обязательно писать: здесь был Вася 2001. Аргримар 2000... Аргримар 1371. Здесь я некоторые камни углубляю, чтобы они прям будут висеть, чтобы их вытолкнуть вперед немного посильнее. Ладно, в общем, поехали дальше. Этот процесс может многим людям, конечно, зайти. Многие любили там в детстве рисовать, что-то вот ручкой выводить какие-то вот эти там, не знаю, узоры, не узоры, эти самые орнаменты, все заморачивались. Это похожий процесс. Ну, использовать альфа, да, это такой, наверное, быстрый скетч штука. Наверное, это не совсем прям круто. Ну, представьте, насколько трудозатратно это все руками прорисовывать, да, каждую, конечно, трещину.
Ну, это в любом случае ее надо прорисовывать, это я сейчас не делаю, не прорисовываю, потому что, ну, то есть вот это нужно все поддерживать, потом обрисовывать вот так, прижаться, да, и вот это вот все девайдить там, да, и это самое, доводить это все до, здесь вот как каждый борт подгибать. Там в серии, сейчас я возьму, слэш, например, слэш. Да, ну, в зебре мы можем, по сути, бесконечно девайдить, взять какой-то микроучасток, прям маленький, и вообще сказать ему, что он, вот это микро, как он называется, эта функция? Короче, девайдить прямо определенный маленький участок, и чтобы у нас было на вот этом вот маленьком квадратике еще пару миллионов полигонов туда запихнуть, и он будет как-то вот микро-HD-меш, там, я забыл, как называется. Я, кстати, не знаю, не знаю. Короче, он будет продлеваться. Вот, видишь, да? Алгоритм. Видишь, как это самое, немножко, ну, видно, что сразу грани появились. Это еще, как бы там надо сидеть, прям вот, ну... Ну, да. Если мы же хотим, проговорим про серьезную, про серьезный моделинг, как бы... Так, вот здесь вот аккуратно, сейчас я как-нибудь выведу все это в этот самый. Здесь, конечно, я переборщил с этой штукой, надо будет там это самое вернуть, верну потом еще. Так, сейчас я водички налью. И так далее. Ну, вот. Но я, конечно, раньше не обращал внимания на такие вещи, но насмотренность все равно появилась, там что-то представляешь, да, как это все равно выглядит. Ну, вот сейчас бы, если бы оказался, конечно, совсем с другой стороны уже бы смотрел на эти вещи. Вот в плане того, именно как разрушается от времени камень. Ну, лучше делить вот, ну, лучше делить вот такими полосами. То есть именно вот такие столпообразные сооружения. Их лучше вот так вот. Они вот, ну, не знаю почему, но в общем так они лучше выглядят. В общем, когда вот так вот их делишь, вот, ну, полосками, как, ну, колонны. Да, колонны именно так и рушатся. Вот сейчас смотрю в Гугле. Колонны именно так и рушатся, как бы, да, давление их заставляет ломаться вот именно поперек. Блин, конечно, надо было референс смотреть, ну ладно, в общем, в принципе, и так хватит, я думаю, справлюсь без референсов, в принципе. Лучше держать дофига референсов, какие-нибудь скульптуры, реальные, чтобы прям скульптуры какую-нибудь, каких-нибудь крутые скульптуры по зебраж, вот, которые будут вам служить ориентиром. Вот, да, прям перед каждым своим каким-то проектом в PureRef там накидывайте мудборды целые. Там можно прям очень удобно создавать себе эти мудборды, группировать все, подписывать, если любите порядок. Кристина, я вижу, у тебя у единственного, у кого включен микрофон. Поддержи. Могу выключить. Наоборот, поддержи беседу. Нет, я только что поняла, насколько нужно вникнуть, прежде чем сделать просто из разряда, из какого камня, в каком веке, какие технологии были. Да, вплоть до того, что, да, я тебе говорю, да, даже цвет патины от, зависит от климата, да, какого-то. Как она стояла, где она стояла, это, что это с ней было. Это очень интересная часть моделинга, потому что ты должна разбираться в том, что ты моделишь. Не, на самом деле это очень круто, если вот так вникать, это еще можно так расширить кругозор, в принципе. Еще бы.
Да, еще вот сколько-то там, не знаю, полгода назад я вообще в кройке и шитье не разбирался. А вещь-то интересная. Лучше отделять нижние элементы, лучше отделять от верхних, потому что нижние более расшатанные элементы всегда. То есть они уже там уже все уже, они на нитках держатся. Соответственно, к высоте статуи какого-то продолговатого элемента вот эта характерность расколов, она упрощается. Соответственно, вот она стоит, а дальше уже маленькие пошли. Я не буду прям сейчас вдаваться в эти вот эти детали, просто скажу, что, вот, например, внизу она сильнее, камни прям вот отваливаются, прям отваливаются, отваливаются. Блин, конечно, халтурно, блин. Ладно, не буду возиться уже. Да, в общем, вот эти элементы прямо здесь, вот, да, можно прям вот прям отдробить его еще. Вот оно пошло. Так, наверху мы тоже, в общем, в принципе, я думаю, с телом не будем больше возиться. Наверху тоже мы чуть его испортим, беднягу. Там поосторожнее.
появился. О, он готов. Ну, не совсем готов. Вот еще хочу обратиться к ребятам, у нас тут как раз новичков в основном. Вот пока будете заниматься, учиться, неизбежно будут возникать мысли, идеи. Вот я бы замоделил это там, а я вот хочу. Неплохо было бы там такую штуку в портфель положить. Не маринуйте их в себе, делитесь. Что-нибудь это, надеюсь, что-нибудь дельное посоветуем, поможем и так далее. Да. То есть как бы курс курсом, но курс это у нас как бы база, которую мы проходим. Вы все равно формировать портфолио нужно свое. Рано или поздно. И по мере обучения, конечно, вы там набьете портфель себе. Потому что у нас плюс-минус везде индивидуальная работа. Это по курсовым работам. Это Критор. В принципе, индивидуально идет. Вот, потом идет корабль. Индивидуально идет пиратский. И персонаж. В принципе, тоже его можно сделать индивидуальным. Но... Коридоры так сейчас пока отличаются в мелочах, конечно. Но вот сейчас будет несколько релизов совсем такие от концепта ребята отошли. Вот, у кого-то там. Ты про Мишу? Как бы прикольно. И про Мишу, и про Наташу. Наташу, которая в золотом делает. А. Но хотелось бы, конечно, чтобы кто-то уже пришел и как-то серьезно отошел от концепта. В смысле, удачно отошел от концепта. Да? Не, ну мы Мишин вытащим вариант, я тебе говорю. Мы возьмем Мишин и нормально его осветим в Unreal. Вот. То есть он, в принципе, так нехорошо, неплохо осветил, ну, может получше, но, в принципе, работа хорошая у него. Ну, там съелся цвет его. Мне на самом деле нравился. Ты говорил, получился трон 80-х годов. Я просто люблю трон 80-х годов. Мне нравятся эти все неоновые цвета. Много неона. Вот, но желтое освещение его просто пожрало. Ну там не надо, да, вот эта вот погоня за однотипным освещением, оно не очень, то есть оно должно быть, освещение должно быть тепло-холодным. Ну не везде, конечно, но вообще-то, конечно, лучше как-то вот в себе, ну, развивать. Это классика, да, sci-fi локации, например, Настрома, корабль в чужих пятнах, так, ну, которого Сид Мид нарисовал, вот он как раз был освещен белым и... ну вот этим вот сине-красным. То есть, вот, по-моему, весь киберпанк, он в синих и красных лампочках есть. Кстати, для чего используется именно такой сеттинг цветов? Теплый и холодный, то есть красный и синий. Ну, то есть он может быть красным, оранжевым, красно-оранжевым, красно-розовым, а синий там может быть тоже разный. То есть там... Ну, разные, то есть там, ну, это синий, да, то есть это оттенок синий, для того, чтобы подчеркнуть объем. То есть если в сцене, вообще, как говорили мне художники, мы используем одну сторону холодную, другую теплую, для того, чтобы в рисунке показать объем. Вот и там именно так и сделано, что идет коридор у Настрома, слева освещено красным, справа синим. Вот так вот это и выглядит там, да? Ну, да, да. Потому что 3D есть 3D. Оно как бы, ну, тем не менее, мы все равно обязаны показывать. То есть можно сделать 3D, которое будет плоским, скажем так. Которое будет, не будет выглядеть как 3D, а будет выглядеть плоским. Соответственно, 3D-шник должен подчеркивать лишний раз объем. Так как это делает художник. Постоянно работать над усилением объема для зрителя, чтобы зритель сразу быстро считал картинку, его глаз быстро нашел то, что нужно
режиссеру, художнику, там еще кому-то, чтобы человек не запутался в картинке, а быстро определил, что происходит в сцене. Тут касаемо sci-fi, я тоже смотрите художников всяких, да, вот, например, классика, да, вот фильмы «Чужой», там, «Бегущий по лезвию», там, например, современный Netflix сериал, там, «Видоизмененный углерод», все Сид Мид нарисовал, вот буквально все, весь визуал он придумал. Еще можно камни бросить какие-нибудь там. Это, конечно, вопрос. На пол еще набросаем. В общем, так, рукава еще у нас остались. Все, переходим дальше уже. Подготовки к текстуриванию. За текстуриванием всего. Рукав через 100 лет точно отвалится. Ну да, надо было, конечно, здесь запаять. Ладно, уже не буду запаивать, там объемом не буду вставлять. Еще же надо ему лицо расколоть, блин. И не будем, уже не успеваем. Ну да. Вообще, конечно, бы, ну, нужно осторожно к этим всем вот элементам, надо их все поддерживать, уметь соединять, чтобы они не, рас, ну, не давали кашу на отдаление, все вот эти вот, и чтобы это выглядело еще естественно. Надо следить за этим. Провели это полосу. Не на час задача, да. Да. Это делаю сейчас так, чтобы хоть как-то это самое. Я бы, конечно, вот здесь вот этот момент пересмотрел бы у себя. Здесь вот эти моменты, потому что оно немного вот здесь вот видно, что надо еще тащить, ломать вот здесь вот. Отламывать, потому что чтобы оно в поддержку пошло. Этот элемент, да, так он лучше выглядит. Здесь он как-то получше пошло. У нас тут еще в арсенале есть интересного. Кстати, ничего, такие вот тоже трещины прикольного типа. Ну-ка. Ого. Ставить их. На макуху. На макухе ничего нет. На макуху все. Да лучше ее не, там не отламывать. Не можно, конечно, сейчас посмотрим. Там уже это самое. Видишь, каша, не читается он там. Вот, ну. Слишком маленькое место, чтобы там что-то. Ну да. Там не надо. Месить не надо. На текстуре можно смотреть. Вообще, если ветра ее обрабатывают, это то, ну, какие-то выступающие края, в том числе и макушка. Наверное, должна быть ветрами как-то это самое выскребленным. Так, ладно, в общем, еще рукава, конечно же, не мешала. Вот еще, кстати, ну там, правда, совсем другой объем. Я повспоминаю эти во «Властелине колец», вот эти две огромных статуи, mm-hmm. Между которыми-то они проплывали. Ну, там типа того, да, то есть они... Блин, ну здесь вот, конечно, надо дорабатывать все. Ладно. Здесь бы, конечно, не мешало ему нанести какие-нибудь эмиссив узор, вот так вот, поэтому. И вот здесь какой-нибудь эмиссив руну какую-нибудь нарисовать. Ну, кстати, возможно, мы это сделаем. Сейчас не будем на всякие мелочи тратиться. В принципе, окей. Так, что нам еще осталось? Осталось еще придать некоторую фактуру камня. Кстати, Дим, смотри.
Еще здесь есть танец с бубном один прикольный. Так. Еще дополнительная кисть, которая дополнительный рельеф вносит. Да, ну да, я видел тоже эти альфы. Очень прикольные. Видишь? Mm-hmm. Ну, такое тоже, не надо ими увлекаться, честно говоря. Как бы здесь это тоже нужно все поддерживать. После того, как ты сделал вот это, тебе нужно все вот это вот поддержать, потом обвести линиями, как-то там, не знаю, там этим... Не им, конечно, там посмотреть вообще, что можно. Вот, например, вот здесь линия пошла. Так, стоп. Так, а что у меня? Ну, смысл ясен, да. Да, то есть вот это все нужно поддержать уже. Интенсити сейчас уберу. Да, потому что так оно похоже, как будто пальцами пластилин полепили. Да, пластилин полепили. Вот, соответственно, это же нужно все уже поддержать. Пинчем, возможно, попробовать. Так, а что он у меня пропал куда-то? Вот он. Вот, например, вот здесь, да, появилась грань. Все, отработать ее надо обязательно. Прошла. Вот здесь отработали грань. Кстати, пинч прикольный, поэтому я не пользуюсь им, а он вот так работает действительно, он стягивает всю геометрию грани, да? Да. Вот если вообще все вот эти вот ну, какие-то расколы, да, можно вот их, в принципе, подтягивать пинчем. Угу. Чтобы у тебя мусора не было, поменьше там, если кажется, что. Вот. Ну, все это надо перерабатывать, перескульпчивать. Вот это. То есть, по факту, сейчас нужно все это. Наложить на все это Dynamesh там, да, или какие-то другие инструменты использовать. Дальше опять идти по граням, смотреть, что-то переделывать. Вот здесь, например, стесывать все это вот таким образом. Опять, да, то есть опять дополнительная переработка, чтобы это, ну, как будто вот получше. Это, конечно, больно осознавать. Скульптишь, потом думаешь, нет, наверное, надо все-таки дайнамешнуть все это дело. И понимаешь, я сделал блокинг только. Ну да, да. То есть, как бы сейчас просто, типа, вот, да, сделал блокинг, да, понятно, что там вот какие-то вот камень какой-то, надо, чтобы он торчал, там, там еще что-нибудь, да. То есть, если мы говорим прямо о. Говорил, что вот эта вот работа, если в портфолио там брать, портфолийную ее делать, то это работа на скульптом только неделя. Здесь бы я еще, кстати, замял вот так вот бока, чтобы был силуэт. То есть, ну да, раз уж получается стилизованная такая. Да, штука. Чтобы она была эта самая, немного еще туда подмятая. Такая. Здесь, конечно, блин, из пластилина сделано, конечно, да, это самое. Да, поехали. У нас Все. Осталось полчаса где-то так примерно. Все. Так. Что мы дальше делаем? Так, дальше мы все пишем файл. Хайполька нам нужна в FBX, нет? Или конечно, будем, конечно, мы возьмем. Дизиметить больше. И возьмем, конечно, из этот, как бы, этот самый Decimate, да, сейчас сделаем, просто мы сейчас, я думаю, сделать самый развертку все-таки в UV Layout, потому что будет плохо, ну, будет плохо выглядеть, если мы ее там не сделаем. Ну, Z3Mesher, не? Ну, Z3Mesher я сейчас и буду делать, смотри, то есть мы сейчас берем все модели, выбираем, мы понимаем, что, окей, наш результат устраивает, там мы все сделали, там. Все окей. Типа вот статуя типа готова. Далее мы идем. Я бы, наверное, сделал так. Ну ладно, попробуем сразу все бомбануть. Одним проходом посмотрим, на что будет. Значит, сразу беру все. Сначала все сливаю в одно целое, в один объект. Это все, значит, merge down. Так, стоп. Merge down. Все.
Теперь наша задача все это оптимизировать, чтобы это засунуть, затекстурировать и так далее. Вот. Что мы для этого делаем? Так, идем в Z-Plugins, здесь Decimation Master, и делаем pre-process current. Для начала ZBrush должен посчитать, проанализировать геометрию перед тем, как делать оптимизацию всего мышапа. Потому что сейчас у нас в этой геометрии содержит около 2 миллионов полигонов. И для того, чтобы вытащить... Сетку включить, кстати, чтобы наглядно было. Сейчас он прогрузит, она висит, ZBrush висит. То есть этап оптимизации всегда, даже на хайполи моделях, нужно проводить. Свыше 5 миллионов полигонов Substance не сможет переспроекцировать на ваше лоу-поле. То есть мы даже модель, даже супер детальный персонаж какой-нибудь там супер скульптурный, он все равно проходит этап оптимизации геометрии из ZBrush, из скульптуры, там, скажем, до миллиона полигонов. Я пробовал хайпольку запекать, что-то долго окклюжен пекся. Ну, я пошел спать, думаю, на ночь оставлю, пусть печется. Проснулся, он все печется. Просто повисло все, да? Не, он пекся, это просто он запекался окклюжен. Я поднял количество лучей, и он, я не знаю сколько, он еще часов 12 бы, наверное, запекался. Пипец. Ну, это комп слабый, наверное, Дим, или что? Ну, и было очень там много, там как раз около 5 миллионов полигонов, наверное, поэтому надо было каждый просчитать и понять, и запустить в каждый полигон по 68 лучей, чтобы посчитать окклюжен, блин. Слушай, персонаж для курса я считал в 10 миллионов полигонов в сабсисе дело. Он там тысячу раз падал, вот, поэтому сразу такая рекомендация вообще, то есть неважно, какой у вас компьютер, просто неважно. Свыше 5 миллионов полигонов, то есть нужно оптимизировать до 5 миллионов полигонов. То есть свыше уже все, работать не сможете с хайполи, вы даже не сможете ее спроецировать никуда. Даже в Substance ее и то будет падать постоянно, зависать. Соответственно, мы десимейтим нашу хайполи модель. Ну, желательно, чтобы это было 3 миллиона полигонов максимум. Ну, вот это десимейтится, наверное, сколько? 50 тысяч? Хватит ей, нет? Вот этой? 100 тысяч. Нет, я думаю... Хайпольки больше? Я думаю, где-то в 500 тысяч. 500 тысяч. Ну, это прям будет круто. Ну, посмотрим, может быть даже в лям. А, ну да, нам же нужны все трещины. Да, на трещины много уйдет. Да нет, он же трещины как раз-таки сохранит, он их обрисует, но вопрос, в каком качестве? Сейчас посмотрим. Сейчас он очень долго анализирует геометрию, прям очень долго. Там, видать, какой-то ассет какой-то очень много полигонов содержит. Сейчас посмотрим. Ну, у нас еще внутренняя часть шматья. А, ну да, внутренняя часть шматья. Это просто, по сути, лишнее, на самом деле, ее надо, что ли, задать. И тело. Так. И тело внутри. Значит, смотрим. Так, что-то у меня подвисло все. Посмотреть количество полигонов. А, он что-то еще рекаверит. Что-то еще анализирует там. Так, Дим, продолжай, извини, я перебил. Не, я мысль закончил, да, то, что еще внутри у нас полигоны на одежде и тело само тоже. Угу. Отнимает фишка. Тело вообще надо было на самом деле отрезать по шее. Смотри, 10 миллионов полигонов я затащил. Вот, ну, оно в хайполе. То есть нужно обрезать сейчас в, там, не знаю, 5% оставлять от общего. Ну-ка попробуем decimate current сделать. Сейчас я делаю процесс оптимизации. Вот такая сетка сейчас, там просто вот. Вот, можно туда смотреть, прям она прям супер детальная. После оптимизации, после применения decimation master, все это оптимизируется вообще по максимуму. Так, 5% оставляем. А decimate current. Миллион 200. Или сколько там было? Станет? Ну, наверное, сейчас посмотрим. А то, может, есть смысл откатить. 1 261 000. Но, в принципе, можно, наверное, еще срезать. Сейчас посмотрю. Надо еще срезать. Сейчас. Да, ставь один сразу. Сейчас я поставлю 2%, ладно. Не буду уже издеваться. 2,8. Decimate current.
Все. Порядок. Посмотрим на качество. Не потерялось практически. То есть оно вообще не потерялось. Ну, оно, конечно, немножко убилось, но так, чуть-чуть совершенно. Нам не важно сейчас. Думаю, сейчас нам это вообще не важно. Миллион, сколько он там? О, 630. Да, 630 тысяч, до 500 тысяч. Все, значит, после этого экспорт делаю. И делаю, предположим, то у нас там... Монг. Монг? Хайполе. Монг Хайполе. А вот дальше нужно сделать сейчас Z3 Mesher, чтобы была нормальная топология. Чтобы мы сейчас просто пропускаем этап ретопологии для лоу-поли модели. И делаем это просто руками ZBrush, что в принципе делать не очень нужно. Ну, как бы не рекомендуется это делать, так никто не делает. Просто мы для ускорения процесса этап ретопологии пропускаем, что нам займет, не знаю, часов 7. Удивишься, сколько на самом деле реально только такой способ и используют. Вот эти ZBrush-ковбои, я все в чатике ZBrush-истов. И все как бы тебе сейчас сказали, почему нельзя? Мы только так и делаем, Z3 Mesher, круто. Ну, по сути, там да, конечно, сетка, да. Так, подожди, он что-то сделал, что ли, мне уже? Ничего не сделал. Что такое? Он скипнул, что ли, мне? Ну-ка еще раз. Видал, да? Вообще что-то ничего не сделал. Не понял, в чем прикол. Ну-ка еще раз. На хайполе может откатить он с хайполе. Сейчас он что-то вот думает. Во. Ага, комплит. Вот это да. Вот это да. Ручки, посмотри, какие у меня пальчики стали. Да. То есть мы сейчас сделали этап оптимизации дополнительный, но, блин, это пипец. Надо увеличивать количество, сетку надо увеличивать, потому что это... В три раза смело, наверное. Ну, давай вот на 17 тысячах попробуем. Блин, просто это все развернуть же еще надо, Дим. Каким-то образом. Я понимаю, но, блин, не, автоматическая развертка здесь сейчас на полчаса вот тут повисит. Блин, это, в общем, в Vlout мы, наверное, скорее всего, это не загрузим. Не получится загрузить. Блин, все равно у него отбитые пальцы какие-то получаются. Сколько полигонов там он затаскивает? 49 тысяч. Ну, давай до 100 добьем. Слушай, а может быть, с хайполи попробовать сделать? Думаешь, с хайполи будет попроще? Такой же момент будет. Ну, задумается он на дольше, но, наверное, лучше обработает, конечно, эти самые. А сейчас... Как его? Вот этот borders, detect edges, вот, не? Сейчас попробуем. Он вокруг все-таки трещин обошел по возможности. Хотя он часто на этой кнопке дает ошибку из Z3 Mesher. Ну да, я говорю, как с хайполи это надолго. Кажется, я погорячился, да? Лупы, да, и можно по крайней мере, или ты думаешь, что UV-Layout в принципе его не переварит так? Блин, скипнул, смотри, видишь? Ага, это из-за Detect Edge. Давай без них. Он с ума сходит, да. UV-Layout? Нет, да он схавает все. Просто вопрос, сколько это времени займет, чтобы это все разложить. Там же нужно все это разрезать. Я вот думаю, за 10 минут мы справимся это сделать. Ну вот тут я говорю, насколько он правильный луп там положит Z3 Mesher.
Ну, нам главное распилить его, как он там, может даже фигово распилить. Ну, Ладно, нормально. Ладно, пойдет. Не будем больше тратить время. В общем, выражаясь как-то по-хорошему, это все нужно, в общем, самому простраивать все эти полигоны. И это называется ретопология. Потому что сейчас за нас простроил движок ZBrush, лицо вообще убил, убил какие-то пальцы там, убил, в общем, складки, убил... Ну, в общем, он, движок программы сама сделала за нас этап ретопологии. Вот, как выглядит так, ну, в общем. Сейчас мы спроецируем туда весь рельеф с хайполя, и будет, в принципе, выглядеть, ну, ничего. Так. И Monk LP. Low poly. Хлобысь. Мне понравилось очень в Maya прикольная есть в их в UV Tools функция камера-based layout. А, да. Клево. Если тебе нужен какой-то просто рендер, да, шот, ты разворачиваешь прям как из вида камеры и просто текстуришь этот именно с одного ракурса, как бы, да, если нам не нужен задник и как бы ничего. Там, в этом самом, в TD Max такого нет, к сожалению. К сожалению. Так, у меня что-то он тут не захотел. Сейчас мы залезем. Стримы, стримы 03. Monk Low Poly. Сейчас посмотрим. Edit. А, нее лучше сделать. Ну-ка. Что сейчас произошло? Просто пошел куда-то. В загрузку. А, что-то показывает тут. Во, затащил, посмотри. Ювелир вот морально устаревшая, конечно, программка еще, но еще актуальная. Ну как морально, я не знаю, что можно заменить чем? Есть какие-то аналоги? Только новый ювелир. Он абсолютно, то есть, как бы, выглядит точно так же. Так. Что-то у меня вращается это самое фигово, сейчас я... Блин, где это у меня это самое... Сбрасывает этот free rotation-то. Дим, не помнишь? О, не, не помню. Какая-то из... да. Где-то кнопка есть. Где она находится-то? Что будем так пробовать делать, ну это пипец застрелиться. Попробуй, я сейчас пока посмотрю поглубже. Посмотри. Так. Так, мужика мы сделаем авторазверткой.
Не отрезай здесь. Сейчас мы делаем, условно говоря, выкройки для нашей модели, чтобы можно было потом сделать текстуру к этому всему. Потому что без разверток мы текстуру не сможем сделать, нарисовать просто не сможем. Поэтому вот эти вот все развертки, которые сейчас кто проходит, очень важно их разворачивать грамотно. Потому что если не будет развертки, не будет текстуры. Не будет текстуры, ну, в целом модель не существует без текстуры. Какие-то ошибки он дает. Ну, ладно, в принципе, пойдет и так. В общем, я сейчас распрямляю просто кусок, разглаживаю, чтобы понятнее было, я сейчас занимаюсь глажкой белья. Как раз VLOOKOUT наглядно показывает, как развертки делать. В официальном мануале никак не могу этого найти. Так фри ротейшн где-то было. Как странно, что я сейчас не могу найти это. Вот мне придется твой урок самому сейчас пересмотреть, потому что я помню, ты там говоришь. Показывай. А, вот, все нашел, вот дисплей. Вот дисплей, ага. Фри ротейшн. Блин, слушай, это вообще застрелится, Диман, это прям. Конечно, не очень правильно мы сейчас сделали то, что сделали авторетопологи, потому что сейчас вот приходится тратить много времени на то, чтобы все это развернуть, потому что совершенно беспорядочная геометрия, топология просто вот, ну... Все-таки лупы идут, как им вздумается, да? Да... Блин, это... Сейчас я попробую, я уже человека решил сделать в этом автоматом, потому что, ну... Сейчас вот это отделится вообще. О, отделилось, посмотри. Офигеть. Или нет? Стоп, что-то не отделилось. А, вот оно. Нет, оно отделилось. Хоть как-то. Там. Уже не до красоты. Ну, швы, да. Ну-ка попробуем сейчас это. Слушай, нет, оно что-то там приварилось что-то там. Где-то да. Где-то приварилось. Ну пополам что ли разрезать? А, ну давай здесь дорежем. Ой. Потому что когда я делал автоматом, там будет просто с текстурой будет, ну просто там. Угу. Лучше уж. Так сделать позицию чуть-чуть, будет получше. Потому что там получается, мы выделим неправильное место на развертке, и какие-то элементы поедут. Вообще прям будет там, ну, не очень красиво.
Так, разделил или нет? Кажется, да. Ну-ка, D проверяет. О, D, все, разделил. Ну вот это не развернется, да, надо дорезать. Да, резать надо еще. Вот, кстати, кто хочет заниматься персонажами, ребят, это вот для вас все. В целом, ну, то есть у нас процесс, мы быстрый процесс сейчас показываем, прям молниеносный, которым нужно возиться месяц. Вот. В смысле, не этот процесс месяц, а вообще в целом создание персонажа. Учитывая то, что 90%, наверное, людей говорят, что вот хочу больше персонажей делать. Да, 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 да. А это 90% вашего времени. Вот это вот резать развертки. Не, развертки быстро, на самом деле. Развертки можно сделать за два дня. Ну, крутого персонажа можно за два дня развернуть, я думаю. Да, ретоп и развертки в этом. Ретоп, да, может занимать 5 дней, если там крутой персонаж, ну там просто 5 дней. Вот. Который мы пропустили сейчас этот этап, поэтому мучимся сейчас вот этими развертками. Давай, давай, распаковывай. Так, нехотя. Сейчас прям вот эту просто отрежу ему часть. Вот так. Макуху отрежу, потому что, ну, не развернет это. Точнее, не хочет. А, вот здесь. Что-то он здесь вот не хочет разрезать. Новый какой-то этот прикол. Во. Надо было подождать. Хотя... Тебе этого хватит, наверное, разреза. Так. Что-то у меня повисло все. Главное, чтобы он не упал. А, вот. Сейчас смотри, выйдет, если за линию, то все. Оставляем так. Ну там еще вот слева. А, слева, да, вижу. Какая-то полоска, что ли? Что это? То там не разрезалось. Угу. Снизу прилип. А этот товарищ. О. Так, и вот здесь что-то какая-то, да? Лабуда. Что это такое? Это надо тоже отрезать. В отдельный этот кусок. Это кончик капюшона, что ли? Я не знаю. Наверное, что-то такое. Да мы уже порежем, уже так уже. У нас на скорую руку. Какие-то элементы он вообще, видишь, не режет вообще. Что-то там ошибки какие-то в геометрии. Ну, там, понимаешь, это автоматическое, это самое из D3 Mesh, там, конечно, нагородил кучу всего. Там мы уже не посмотрим, в чем там ошибки. Да, еще непонятно, что там с повертексной части. Да, 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 да. Ну, здесь мясо. Я даже не знаю, как это вылечить, я не знаю. А это... может быть и не надо, это может быть... Нет, это у нас все внешнее, да? Это, конечно, внешнее все. А-а-а. Здесь я вылечил как-то. Блин, здесь вообще тоже. Сейчас, слушай, я другие части автоматом заброшу сейчас, которые это самое... Ну, которые не так важны. Блин, ну смотри, видишь, он не дорезает какие-то части. Вообще не понимаю, что происходит там. Такой, конечно, это считаем, мы с хайполи работаем сейчас. Ну да. По таймингу мы уже нарушили все разумные рамки приличия. Надо добить, надо добить. Ладно, кусок я в мае отрежу. И тоже куски отрежу в мае. Поехали дальше. Может, действительно в мае это все доделать, что уже это самое. Ну вот это вот еще можно развернуть рукава. Блин, что, конечно.
внутренняя часть почему-то не вытаскивается. Ее вообще удалить по-хорошему нужно, да? Не удалишь там тоже, потому что там используется кусок. Покажу сейчас где. Вот, смотри. Вот этот вот кусок использует. Ну да, это я понимаю. Его надо обратно вернуть в этот самый, во вьюпорт. Угу. Здесь еще раз разрезать. И вот это сейчас я удалю. То есть как-то у нас сейчас это... UV-Loud, к сожалению, не удаляет. Не имеет такого функционала. Ну, вот это не нужно вообще. То есть... Так, а вот это... А если просто оставить эти элементы в... Ну, то есть не разворачивать, оставить их в 3D View? Так я так и... А, да нет, какая разница, просто я сейчас вот это вот, ну, как-нибудь утащу вон туда. Ну да, понятно. Ну, а сам меш удалить в майке, да? Ну, и вот и не... Ну, вообще, наверное, я не буду удалять, потому что опять что-то время тратить, там, какое-то редактирование какое-то. Просто он там будет, это не запекаться у нас, и все в сабсте болтаться. Ну да. Так, я на всякий случай сохраню объект. Призалипательная, конечно, немного вот это вот процесс анфолдинга. Сейчас, смотри, распрямит ее. Хоп, все, можно не... Все, порядок. Так, один рукав готов. Один рукав только. Остался второй. Остальное, думаю, мы автоматом... Блин, вот это, конечно, плащ тоже бы не мешало бы его ручками растащить. Вот этот процесс, кстати, ребят, кто у нас там остался-то? Ну, кто-то уже не выдерживает, отвалится, но может кто досмотрит еще потом в записи. Да, может кто в записи досмотрит, но, в общем, вот этот этап, то, что мы сейчас сделаем, супер важный. Как бы, визуал визуалом, но техническая реализация, как бы ее, ну, ничего нужно делать. Вот эти развертки нужно делать. Сейчас мы это делаем прям супер быстро. В общем, то, чем мы занимаемся, скипать вообще нельзя в производстве. Никак. Вообще никак, да. Сейчас потом вот обратим внимание на вот эти вот, например, швы, да, на этом рукаве правом. На текстуре как это будет видно? Вот эти вот швы, да? Да, мы там сделаем большую текстуру, я думаю, не сильно будут они видны. Там так, чуть-чуть. Он развернет нам его. Так, что из них? А, вот верхняя. Ну, разворачивает как-то там, плюс-минус. Справляется. Здесь, правда, какой-то косяк. Ну, вот странно, что так как лейаут, блин, ничуть больше не разворачивает. Все такой уникальный алгоритм. Я не знаю, может, они его запатентовали, и как бы его никто не может запилить, ну, как бы, ну, как Autodesk делает. Вот у них в Maya интерфейс крутой по анимации, и никто не может это, ну, не может взять этот интерфейс использовать, потому что он запатентован. Этот алгоритм, он тоже запатентован, типа, вот этот визуальный. Я не знаю, почему другие, вот, например, в Maya, почему нет вот такого мощного пакета, нет визуального анфолдинга, как вот у этого. Да и в целом, вот это такого 3D view для, ну, срезки, да? Да, удивительно. Кстати, что-то тут не это... А, ну понятно почему, потому что... Нам же нужен только
часть рукава. Это мы удаляем. Блин, быстрее уже, сейчас. Все. Мне кажется, это самый быстрый урок по разверткам, который мы сейчас делаем. Быстрый обзор. В плане того, что такой массив мы разворачиваем за такое количество времени. Так, а это нам не нужно, в принципе. Так. Осталось еще тело. Как бы нам это быстро сделать-то, а? Ну, кстати, тело сделаем быстро. Оно, ну, в принципе... Ну, а ты в майку пойдешь все равно, нет? Конечно, а как же я сложу это все? Вернее, я из майи буду экспортить в Substance, потому что... Ну, скорее всего, могут возникнуть какие-то ошибки, я их там почищу. Блин, какие-то вот внутренние элементы эти вообще. Ну-ка. Ну, блин, наверное, я пока что буду много вопросов задавать. Я же это в следующих занятиях все это увижу и сама, наверное, пойму. Ну, сейчас еще раз, что ты спросила, мы же не можем оставить вопрос без ответа. Так. Секундочку. Где же она у меня находится? А. Так. Что там у нас? Сейчас я найду. У меня тут куча персонажей, на самом деле, проанимированных. Ну, пожалуй. Ладно. Какую-нибудь из этого. Карригин Бейс. Так, ну ладно, в принципе, тоже пойдет для того, чтобы рассказать. Вот. Понимаешь, да? То есть, чтобы персонажа заанимировать, у него должна быть, во-первых, не. То есть у него должна быть правильная сетка от этого всего. То есть, идет, ну, то есть это правильно, сейчас покажу, может, другую модель. В общем, если тебе непонятно, могу тебе еще показать другие модели. У него внутри, у этого персонажа, там какого-то другого персонажа, у него встроен скелет. Вот. Сейчас я покажу еще получше. Joints. Окей. Здесь радиус. Вот. Вот что заставляет двигаться, собственно, модель. Неважно, где в игре, в фильме, еще где-то. Вот эти вот кости, которым привязывается геометрия. Чтобы эту геометрию привязать к костям, геометрия должна быть правильной. То есть вот этот сценарий, да, эта геометрия, она беспорядочная. Она абсолютно хаотичная. Мы ее сделали автоматом. То есть мы не думали, что это нужно анимировать. И, конечно, такое сдавать нельзя. Да даже если мы делали бы настоящую игру, мы бы такую сетку в жизни бы не сделали. Нас бы ее не приняли. Нам бы сказали до свидания. Вот. Мы как бы там должна быть оптимизированная сетка во всех играх, неважно каких. Все вот эти геометрии, она очень оптимизированная. То есть, если здесь у нас сейчас где-то около 100 тысяч полигонов, то. В реальной игре это должно быть в районе 10 тысяч. Все это должно быть, каждый полигон должен быть четко построен. Полигон — это ячейка.
да? Да. Ну, вот этот квадратик. Да, именно. Вот, именно так. Соответственно, все это определенная документация, все это определенным способом проверяется. Каждого там какая-то работа. То есть каждый художник, работая над персонажем, у него есть определенная документация, где он соблюдает определенные правила. Там написано, столько-то полигонов у него должно быть. Такая-то структура. Этот персонаж впоследствии будет бегать, ходить, прыгать, разговаривать. Соответственно, делайте ему рот, делайте ему то, делайте ему все. Вот, соответственно, потом аниматор берет, его уже анимирует там как-то по-своему. И эта модель, видишь, она адаптирована под анимацию. Во-первых, у нее правильный полигон, но это лоупольная модель для мобильной игры. Под PC, в принципе, тоже есть модель. Там, в принципе, ну, сетка, ты видишь, она, не знаю, здесь просто она триангулирована, не совсем понятно. Сейчас покажу. Так. Ну, понятно, что она плотнее в тех местах, где будут изгибы. Какие-то. Да, сейчас я специально модель включу, которую я покажу. Так. Characters, animations, geometry нет, my files, animation, ну-ка, вот этот файл. Готовь, сейчас будет жесть, вернее, не то чтобы жесть, а, ну не такая жесть. Так, что-то, ну вот, собственно, цикл анимации отрабатывает эти скелеты. Так, сейчас я геймэкспортер врублю. Вот, видишь, какая структура костей, которая будет заставлять его двигаться. То есть это адский обвес. То есть это всякие электронные штуки. Сейчас я их подключаю. Там еще хуже. Вот там. То есть это говорят про серьезные модели уже. Про серьезные модели под PC. Там кучу всяких дополнительных элементов, которые заставляют двигаться сумочки, всякие там электронные предметы какие-то, еще что-то. Вот, все это... Это все в Риге, да? Это все, ну как, не то чтобы все в Риге, но там, сейчас, вот, например, сверху сидит персонаж. Сейчас сегодня очень, блин, это какой-то проглючный персонаж. Может, еще есть понормальный? Блин, оно все что-то поехало. В общем, есть какие-то, может, другие модели есть. Там какая-то старая анимация. Bake Animation. Сейчас посмотрим. Плюс к костям еще цепляются контролы, как марионетку двигает этот кукольник. Цепляются всякие контролы, за которые управляет аниматор. И это еще дополнительный вес, помимо костей. То есть вся вот эта вот риг сам, вообще вся эта вещь, это довольно-таки сложный технический процесс. Вот, и знание его очень повышает твою ценность на рынке, выражаясь простыми словами. Понятно. Ну, ок. Ладно, научусь сначала прямоугольники рисовать. Ну, да. Почему-то мне странно. Ты просто меня заинтересовала эта модель, типа, да, и он что-то как бы что-то не у нас тут не это самое. В общем, ладно, файлы надо собирать, готовить. Тут надо, перед тем, как такие вопросы поднимать, надо, в общем, мне файлы готовить. Вот. Но тем не менее, вот, то, что мы сегодня сделали. Круто. Вот. Так, кто у нас там еще? Дим, ты хотел с кем-то пообщаться там вроде как? А, с Томой еще просто не довелось. Не знаю, естественно, еще нет. А, я тоже хочу вопрос задать. А что, молчи? А, привет еще раз. Привет, привет. А, в общем, получается, развертку вот делали, да, и разрезали, чтобы облегчить модель. Да? Нет. Мы делали развертку для того, чтобы потом вот это вот нарисовать. Вот это вот все нарисовать. Если бы мы развертку не сделали, она автоматом не появляется на модели. Вот эти вот все, вот эти вот... Что мы сделали? Мы сделали... У нас была скульптура, в которой было там 15 миллионов полигонов, которая была супер тяжелая, супер детальная. Мы из этой структуры сделали оптимизированную модель, потому что только вот такая оптимизированная модель может жить в игре. Если мы засунем ту скульптуру, то игра сразу упадет. Ну, то есть она не сможет выдержать такой объем полигонов. Потому что в ней там
было 5 миллионов, 10 тысяч 10 миллионов полигонов, мы, соответственно, из этих 10 миллионов сделали 100 тысяч. И оно, оно шустро работает. Сейчас мы подвешиваем, видишь, FPS, он не падает. То есть она шустро работает, сама сцена. Да, и как бы, когда будет это работать еще игра, когда здесь накрутится код, который будет обсчитывать игрока, будут всякие спецэффекты, все это будет утяжелять сцену в какой-то определенный момент времени, да, когда персонаж идет. И все модели должны быть оптимизированы. Соответственно, мы сделали оптимизированный меш, и к этому оптимизированному мешу мы сделали развертку. Что такое развертка? Развертка – это как лекалы, на которых, которые нужно разворачивать, и на которых Substance потом прорисовывает текстуру. Мы взяли low-poly, вот эту вот низкополигональную модель оптимизированную, и на нее спроецировали нашу скульптуру. Потому что если ты посмотришь в этом самом… Сейчас. Посмотри сейчас. Сейчас она загрузит. Видишь, что здесь нет никакого рельефа. А именно эта модель сейчас находится здесь. Это она. Угу. Просто, если мы отрубим просто текстуры, то она такой и станет. По факту мы сейчас перенесли скульптуру на эту оптимизированную модель. Определенным техническим способом. Ну, соответственно, без создания развертки это... Это невозможно, да. То есть мы должны на что-то нанести это. То есть по факту Substance нам сгенерил текстуры. Вот такого типа, вот посмотри, как они выглядят. Вот оно, вот он наш монах, разложенный автоматом. Вот она эта текстурка этого нашего, как его там, элемента. Вот, вот такой вот монах. Вот это вот нам сделал, помог Substance. Вот. Поняла. Еще кого-то есть, может быть. Вопросы. У меня есть вопрос, но не поэтому, а вообще есть. Так. Ну и вообще давай. Листик обязательно делать в конечную сцену? Нет. Нет? Тим, тебе уже обязательно надо идти дальше, только быстрее. А кто это сейчас? Я не вижу, кто общается. Поигра у меня просто. У меня дальше не идет. Надо это самое, быстрее проходить этот натюрморт. Натюрморт, ребят, не для того, чтобы там, ну так, почувствовать просто 3D-шку и дальше идти. Тайминг на выполнение этого курса по натюрморту максимум неделя. Максимум. Ага. Не, у меня просто дальше все, у меня дальше ничего не работает. А, это надо листик, если не хочешь, напиши там скип. Да, напиши скип. Кстати, вот от Кристины пришел этот самый. Да, то есть в статую бы, конечно, бы вплетать какие-то вот эти вот моменты. Ну, как бы это работа сидеть там. Вот. Ну, круто было. Спасибо большое. Ребят, всем большое спасибо, что пришли. В общем, и еще раз повторяю, все вот эти вот наши стримы, которые вы входите, да, это вот, ну, не просто так. Мы вот здесь показали. Как бы в любом случае у вас что-то в голове останется. Да, то есть понятное дело, что вы ничего не запомнили. Там, или запомнили там 5% что-то делали, но, по крайней мере, в последующем обучении вы уже просто поймете, что ага, где-то я это уже видел. Вот. И ходите на стримы. Мы специально их устраиваем. Ну вот. И в конце концов, хоть знакомиться будем. Да. Будем знакомы, что... Вот меня расстраивает то, что многие воспринимают поначалу друг друга как каких-то соперников, там, конкурентов. Это на самом деле совершенно не так. Нам потом вместе возможно работать на одних проектах. И желательно, чтобы оно так и было. Ну это не у нас как это самое, конкуренты там нет. На самом деле надо, единственный, чисто мой совет, единственный способ вообще получить какой-то, добиться результаты, добиться успеха. Успех весь лежит через взаимовыручку. Без всяких там устранения каких-то там конкурентов. Только через взаимовыгоду, через взаимовыручку достигается успех вообще в любом деле. В том числе и IT, такой IT-продакшн, как Game Development. Так что я не знаю, откуда это мнение взялось, конечно, Тим, у тебя. Наверное, на чем-то основано. Ну, я со всеми общаюсь. Понятно.
Только работа в команде, работа, чем больше у вас будет связи, чем больше у вас будет людей, друзей в продакшене, тем вам проще будет зарабатывать, и вы будете больше зарабатывать. В принципе, я думаю, у меня все. Ребят, если все, больше ни у кого нет никаких вопросов, то мы, в принципе, можем закругляться. Всем большое спасибо, что просидели эти 4 часа. Было. Вам огромное. Все, все, ребят, спасибо. Тебе спасибо. Давайте спасибо. До связи, до встречи. Всем хорошего вечера. Спасибо. До свидания.